А, спасибо. Очень приятно. Мама! А? Слушай. Чё? Если 9 дней делаешь что-то неправильно, то будет. Ничего страшного не будет, Вика. Просто по-другому начнешь делать и все. Я что-то не поняла. У меня просто брат двоюродный, тоже Артур. Мало ли, вдруг. Вдруг это судьба. Вон, еще тебе пишут. Здравствуйте. Мама, это я... Это кто? Я не знаю, это кто пишет. Это Камран. Здрасте. Познакомься. А, познакомься? Мало ли. Вы офигели, что ли? Судьба, ага, спасибо. Очень приятно. Может быть, маме открыть эфир? Мне кажется, вам уже не очень интересно смотреть меня. Мне кажется, вам больше нравится смотреть маму, нет? Может быть. А где мои ключи, интересно, мам? Тебя надо спросить. Я не знаю, где они. Ты вчера зашла, открыла ворота и куда дела ключи? В смысле, я их не открывала. Ну, открыла, в карман положила. Сахар вкусный. Артём, хватит всякую херобору жрать. Зачем ты сахар жрёшь? Скажи мне. Он просто... Ты какой-то у меня сын ненормальный, если честно. ХЗ, короче, где ключи? Бля, меня бомбить начинает. Где ключи? Ну... Я сейчас, блядь, сдохну в одежде. Я ненавижу. Ты вчера пробовала? В рубашке. Я в рубашке посмотрела. А ты папку в машине не забыла? Бля, нет, мам. Я же закрывала ворота. Как бы я их закрыть? Забыла в машине. А что, нельзя? Блядь, ты меня не беси. Нахер. Я и так еще злая. Блять, куда ключи пропали? Алло, алло, блять, Ринесса, выйди нахер отсюда. А то этот алло, алло мне, как обычно, будет весь эфир, блядь, писать. Алло, алло, блядь. Он какой-то придурок. Кто срал сегодня, плюс в чат. Плюсик. Да такая. Ужас. Я не могу найти ключи, короче, в жопу. Если, а вдруг их Алина взяла? Я их, по-моему, я их повешала. Я помню, что я их вешала вчера. Плюсы пишут в чат. Вы что, шибанулись? Этот пишет, кто срал сегодня? Плюс в чат. Мы знаем, что Максик не ходил в туалет. Играешь в Геншин? Блять. Все, я сейчас разозлюсь и выкину эфир куда-нибудь. Я отвечаю, с утра такой понос был, говорит. Пиздец. Это капец. Очень приятно. Блин, здесь тоже нет ключей. Здесь нет. Блин, куда ты их делаешь? Не я их делала, их могла Алина взять. Зачем они нужны Алине? Зачем? А куда? Я их сюда вешала. Вот тут они висели вчера. Ну, это было вчера. Ты а не... сегодня я их не брала. Окей. Ну, найдем. Надеюсь, куда. Ладно, пока. До свидания. Подробности подробнее. Блять, эта собака нахуй не затыкается. Ни днем, ни ночью. Она просто лает, лает без конца. Она меня уже задолбала. Она еще прям под моим окном. Идиотка. Легче сшить. Вес стоит. Да не, нормальный вес. Это в принципе не этот. Не прям такой же вес и рост. У меня друг есть. У него такой же рост и вес. И он не типа не пухлый, а обычный. Сейчас стик забью. Собакин тоже хочет в чат плюс поставить. Не знаю, что он хочет, но меня раздражает. Он день и... Ну, она день и ночь лает. Просто дурниной, блядь. Ну, вы слышали, да, как она лает? Просто блядь. С утра до ночи шибанутая. Ладно бы не было ее слышно бы в моем дворе или хотя бы в моей комнате. Так ее же слышно. Мне, блядь, это не нравится. Естественно. Плюс от приветики. У меня еще второй плюс будет. Я просто в шоке. Мам, спокойствие, только спокойствие. Да я спокойна, просто она меня бесит.
Привет, что такое? Андрейка, ты не лезь мне под руку. Я злая. Зая из рая. Зая, но злая. Усынови меня, мы гуляем. Мы идем на тренировочку. Какая шикарная погода. Просто шибануться можно. Привет, как дела, Зая? Бля, не знаю. Что теперь собаку бить? Мне кажется, скоро я шмальну в нее с окна своего. Конечно, мне будет очень горько и стыдно долго лет. Ой, долго лет, много лет. Но зато мне будет тихо. Я с Алматы. Какая маленькая курица, а?